дарит новогодние подарки. При покупке Kia Sportage выгода до 80 тысяч. Kia Cerato выгода до 50 тысяч. Покупателям Kia Ceed выгода 20 тысяч рублей. И комплект зимних шин в подарок. Мы общаемся, но виртуально. Ребята, есть джин! Это вкусно, реально! Радость, веселье, и ты не один. Возьми на праздник семечки джин. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Екатерина Абрамова. Спонсор прогноза погоды – дилерский центр Kia Technocom Invest. Kia дарит новогодние подарки. Только в декабре автомобили Kia на специальных условиях с выгодой до 80 тысяч рублей. Дилерский центр Kia Technocom Invest. Курган, Омская, 141. Звоните 545-100. Рубрику прогноза погоды представляют семечки джин. Возьми с собой на праздник семечки джин. А теперь о погоде. В ближайшие сутки метеоусловия в Зауралье будут определяться мощным антициклоном с характерной для него относительно солнечной сухой погодой и аномальными морозами при температурном режиме на 10-11 градусов ниже средних климатических показателей. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске без осадков. Температура днем -19, -22. В Кургане ночью переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха -30, -32. Днем в Кургане облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 25-27 градусов ниже нуля. Атмосферное давление будет расти. 13 декабря солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Стиль ведущий предоставлен студией красоты Флоренция. Красина 94/4.